Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад сегодня всех приветствовать. Если меня слышно, видите картинку перед собой, просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией. Есть звук, есть изображение. Для тех, кто, возможно, первый раз включил наш обзор, вкратце повторю план, то, что мы обычно рассматриваем. Рассматриваем мы прошлый торговый день с точки зрения выхода важных новостей и статистики. Отмечаем, как эти новости и статистика повлияла на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главный важный новостной фон. Ищем возможности для входа сделки, ищем точки входа оптимальные и цели рассматриваем по нашим операциям. Ну и плюс мониторим уже наши открытые позиции. Так, вижу, у нас народ подключается, плюсики стоят, всем доброе утро. Так, вроде все в порядке. Так, что, тогда начнем. Начнем мы с вами, как обычно, с золота. Посмотрим ситуацию. Значит, золото сейчас у нас находится во флете, ну, уже так, на 4-часовик давайте включим. Вот, второй день подряд, без изменений каких-либо, да, кардинальных. Вот, стою в покупке как раз со вчерашнего дня. Вот, и, ну, соответственно, позиция у меня то плюсует, то минусует. Вот. Но в любом случае, как мы с вами отмечали, да, есть у нас среднесрочное движение. Ну, среднесрочное движение у нас именно по золоту, да, больше смотрит наверх, то есть движение. И, конечно, вот уже в скором времени нужно ожидать разворота, то есть образование локального минимума и движение наверх. Вот, в общем-то, ждем, пока у нас такая вот неопределенность закончится, да, именно по-другому это не назовешь, неопределенность. Движение наверх и далее уже, ну, покупки, такие, скажем, железные покупки, да, когда действительно будет уверенность появится, это после того, как цена пробьет уровень 1342-34 наверх. Вот, об этом с вами говорили, поэтому, ну, у меня покупка короткая, как раз до цели этой 1342, а далее уже, то есть после пробития данной зоны, здесь уже, ну, нужно ждать как минимум цену к среднесрочному максимуму и, возможно, даже пробитие данного максимума. То есть пробитие зоны 1375-23. То есть будет означать его продолжение среднесрочного тренда. Вот. Но пока флэт, поэтому ждем. Сегодня у нас новостей много, в том числе и по еврозоне. Вот. Поэтому будем смотреть, наблюдать за движениями. Вот. Ну и сегодняшнего дня, в принципе, золото должна уже пойти, ну, двигаться в определенном уже направлении каком-то, да, то есть, ну и повышенную ликвидность уже создавать, потому что в последние два дня, конечно, ну, в связи с такими движениями тяжело сказать, что есть сейчас ликвидность, то есть, скорее всего, ничего нету, да, то есть либо существует борьба пока, да, то есть были недавно зафиксированы прибыльные позиции лонговые, закрытые, увидели, собственно, коррекцию. Вот сейчас здесь вот на этом промежутке идет борьба, да, вследствие этого, то есть здесь опять же идут, видим, накопления, возможно, есть опять же какая-то промежуточная граница, да, и, соответственно, объемы накапливаются, возможно, с этой зоны. Вот, в дальнейшем посмотрим, как оно будет. Если действительно у нас пойдет разворот, движение наверх, то эту зону мы с вами сразу же отметим, пока вот, собственно, на словах, да, мы с вами отмечаем, что здесь есть, да, вот в связи с такими вот движениями, накоплениями. Вот, будем смотреть,
Будем смотреть уже впоследствии. Ну и главное, сегодня Европа, открытие Америки нам уже покажет ситуацию. Вот. Что касаемо доллара-рубля, здесь у нас что? Вчера произошло пробитие зоны 63.03. Уже после открытия американской сессии движение вниз. Вот, сейчас находимся мы как раз, цена 62.76. Вот, рубль, конечно, двигается, ну, в первой половине дня, да, вообще практически без движения, да, во флете, и вот уже на открытии Америки начинается движение, плюс еще по факту, когда уже выходит, собственно, статистика от рынка черного золота, да, то есть по запасам нефти, вот, по бровым установкам, тогда начинаются движения. Вот, собственно, ну и вчера как раз была информация, ну, в принципе, в первой половине дня, да, то есть рынок черного золота у нас просел. Вот, ну и в соответствии с этим, то есть, вот, было такое вот небольшое изменение, да, по доллару-рублю. Ну, далее потом начал останавливать свои позиции, и рубль в связи с этим опять укрепился. Вот, здесь пока не вижу никаких, собственно, операций, движений. Сегодня еще посмотрим. С открытия, ну, откроемся опять же наверняка с гэпом. И, возможно, даже вниз откроемся, опять же, к новой, скажем так, цели для рубля уже. Это 62.03. То есть в этом диапазоне будем двигаться, рамки новые, да, возможно, это 63.03 и 62.03. Вот. Здесь, конечно, ну, если посмотреть на 4-часовик, да, то образуется у нас нисходящее такое движение. Есть определенный как раз диапазон, да, и канал ценовой по паре доллар-рубль. Вот, и пока мы вот в этом канале движемся, да, уже после определенных событий движение вниз произошло, вот, и обновляем минимумы. Вот, вчера мы не смогли обновить минимум прошлого торгового дня. Вот сегодня посмотрим как раз уже в связи с очередным разрывом, гэпом вниз, да, то есть сможем обновить эти границы, ну, сможем обновить минимумы и продолжить уже свое нисходящее движение. Далее доллар и евро. Да, две валюты, одни из основных валют в мире. Сейчас что можно сказать? Ну, по-прежнему у нас евро-доллар движется в диапазоне. Пока ничего нового. Сегодня вообще мы во флете двигаемся. Вчера также то же самое, обратите внимание. Немного можно сказать, да, то есть мы там подросли и сейчас во флете двигаемся. То есть зона 1.10.50, да, в очередной раз была протестирована, и далее произошел отскок наверх. Конечно, в такой ситуации тоже торговать, ну, не рекомендуется. Можно, да, то есть короткие какие-то сделки, совсем короткие, но эти короткие сделки абсолютно никакого интереса не вызывают. Поэтому я, как я уже говорил, вчера также по евро-доллару вне рынка смотрю, то есть нахожусь в качестве наблюдателя и все-таки жду уже однонаправленных движений, движений трендовых, и прежде всего ждем четверга, ждем уже определенности от Европейского центрального банка по отношению к будущей денежно-кредитной политике. Вот, у нас будет заседание в четверг как раз и объявление процентных ставок. Вот, а оттуда уже появятся, ну, какие-то движения определенные. Поэтому пока здесь тоже ничего особого нету. Вчера также, собственно, у нас день
День был спокойный абсолютно, новостей никаких не было, то есть не по Европе, да, то есть и по Америке также ничего интересного. Вот, поэтому, ну, можно сказать, во флете находимся. Находимся на текущий момент в диапазоне 1.10.50 и 1.11 ровно. Вот ждем, собственно, движений определенных, ждем, главное, выхода из диапазона, и уже в дальнейшем будем с вами действовать по данному инструменту. Далее, что касаемо британского фунта, фунт тоже, так же как и евро, сейчас ушел в консолидацию, находимся мы во флете, двигаемся вверх-вниз, тоже есть определенный диапазон движения, вот, но сегодня у нас с вами по фунту череда новостей, статистики, практически весь день, всю европейскую сессию у нас будут новости. Ну и по ожиданиям мы с вами вчера смотрели, как раз сегодня, по-моему, розничные продажи выходят, одна из главных новостей, вот, индекс инфляции также, и по ожиданиям мы видели там улучшение ситуации, и в связи с этим мы с вами вчера сделали вывод, что сегодня фунт у нас подрастет. Вот вчера я также с утра открывал покупку по фунту, вот до сих пор эта сделка у меня открыта. Вот цель, собственно, у меня вблизи границы 1.3376, позиция открыта. Вот, ну и сегодня все-таки ожидаю увидеть уже достижение, да, этой цели. Вчера были попытки, ну, там даже неплохой результат был, и опять в итоге ушли вниз. Вот сегодня очередной, второй, скажем так, заход будет, поэтому есть у нас что, в отличие от того же евро-доллара, да, все-таки ситуация по фунту на четырехчасовике мы видим, есть небольшой, но восходящий тренд, и видим, что пока у нас условия для формирования тренда выполняются, да. Почему я в том числе, да, вчера зашел в покупку, я уже об этом говорил, о том, что увидев формирование очередного локального минимума, который у нас сформировался выше, чем предыдущий у нас был. Вот, в итоге открыл также и покупку, да, то есть все сопоставил, и сегодня уже надо ждать движения, и думаю, что сегодня фунт у нас укрепится уже на фоне новостей и статистики. Вот, будем ждать. Ну, опять же, это все складывается из ожиданий, да, и прогнозов, которые есть на текущий момент. Но как мы знаем, да, то есть у нас неопределенность существует, да, то есть неожиданность, вполне мы можем увидеть и кардинально другие цифры, показатели, да, уже скорректированные, да, на вот текущие условия, на уже референдум, который прошел Великобритании. Вот, вполне можем увидеть уже другую ситуацию абсолютно. Вот, но действуем мы по ожиданиям, да, то есть у нас правило золотое, я думаю, все его прекрасно знают, да, что входим уже в сделку по ожиданиям, выходим уже по факту, собственно. Вот и сегодня мы как раз факты и посмотрим. Вот, на дневном обзоре, думаю, уже ситуация будет абсолютно предельно понятна с точки зрения статистики по британскому фунту. Вот, поэтому сегодня мониторьте, обязательно смотрите новости, мониторьте фунта, и если действительно у вас ожидания оправдаются, цифры выйдут по ожиданиям, может быть, даже лучше прогнозов, то будем мы наблюдать сегодня рост фунта. Движение, собственно, пробитие вот этой зоны 1.3237 на 4 часовке. Закрепление выше данной зоны будет означать покупки как раз до цели 1.3376.
Далее, швейцарский франк, доллар, швейцарский франк. Пока мы закрепились, все-таки смогли закрепиться выше зоны 0.9813. Вот дальше будем смотреть. Ну, на 4-часовке что можно отметить, то что все-таки наблюдается, да, движение наверх, то есть продолжение восходящего тренда. Ждем обновления вот этого максимума, который был у нас сформирован 13 числа. И главное — пробитие зоны 0.9903, вот этой вот зоны, для того чтобы открыть покупки. Покупки по доллар-франку. Вот пока, собственно, ничего не делаем по франку, ждем. Здесь тоже франк у нас находится, в общем целом, если смотреть, во флете, ликвидность низкая абсолютно, поэтому торговать, конечно, невозможно в таких условиях и с такой ликвидностью. Далее, доллар-иена. Вот, доллар-иена, собственно, открыта у меня покупка. Вчера как раз я вам говорил, после отскока, разворота наверх, да, мы как раз с вами, когда проводили наш обзор, у нас цена консолидировалась как раз у зоны 105.55, и после этого мы видим, был разворот наверх, и в связи с этим зашел. Я зашел, конечно, поздновато, на самом деле, уже вечером, но вот, как появилась возможность, да, то есть так и зашел. Вот, вообще, на самом деле, то есть нужно было еще раньше заходить, как раз вот на второй 4-часовой свече покупка. Первая цель у нас 106.46, ждем движения к этой цели. Вот сегодня думаю, что мы до этой цели дойдем. Есть у нас восходящий тренд, пока условия у нас абсолютно выполняются. Вот, и видим, что постепенно и доллар-иена у нас движется наверх. Вот, то есть пока крупные участники берут во внимание уже слова крупных политиков, да, то есть и все-таки стараются пока распродавать, да, иену. Вот, в итоге движемся мы в общем в целом к своим целям. Среднесрочная, опять же, цель по-прежнему 109. Движение сюда, в эту зону. Вот поэтому будем смотреть на этой неделе, наблюдать за достижением. И первоначальная цель, то есть для коротких покупок, как раз зона 106.46. Вот, думаю, что сегодня мы сможем дойти до этой зоны. Вот так, это у нас сегодня получается уже, да, сегодня были попытки достижения данной цели, вот, и в итоге развернулись, ушли опять вниз к нижней границе 105.55. То есть поддержка на текущий момент неплохая. Вот, ну и движение ждем обновления максимума, который у нас был сформирован, ну, уже сегодня, опять же, этот максимум, и движение уже на 106.46. Так, далее у нас доллар канадец. Вчера, в общем целом, если смотреть, ну, доллар канадец достаточно неплохо двигался, хоть и разноправленные движения были. Вот, но есть динамика, есть движение. Конечно, связано это все, опять же, с рынком черного золота. Видим, что в первой половине дня двигались, ну, было ослабление канадского доллара. Опять же, как я уже говорил, связано это все с рынком черного золота. Вчера упал на 2% примерно. Вот, и упал как раз на опасениях о том, что
Есть избыток предложения на одном из терминалов Кушинга в штате Оклахома. И, собственно, там было увеличение на 26 460 баррелей за неделю, вот, которая завершилась 15 июля. И также, собственно, уже один из крупнейших в мире банков, маркетмейкеров, так называемый Morgan Stanley, ну и специалисты-аналитики заявили, что ожидают в скором времени существенное сокращение спроса на нефть вот, со стороны уже НПЗ, что в итоге как раз приведет к росту запасов в том числе, то есть, ну и опять же к увеличению предложения и, возможно, давление на цены, котировки нефти. Вот. И плюс к тому же были у нас очередные пятничные данные от компании Baker Hughes, которые показали, что число брок установок в США выросло вновь на прошлой неделе на 6 установок до общего значения 357. Вот. Это тоже в свою очередь, конечно, негативно повлияло на курс черного золота. Вот. И как следствие на канадскую валюту, соответственно, канадский доллар. Вот. Ну, впоследствии, как мы видим, что дойдя до 1.30, пытались мы пробить эту зону, в итоге ничего не получилось, и пошли мы на разворот, то есть уже вечером, вечером развернулись, пошли вниз. Вот. Сейчас, что опять в очередной раз мы подходим к зоне 1.30, мы с вами говорили о том, что по канадскому доллару покупки рассматриваем, доллар, канадский доллар, но рассматриваем мы в том случае, если мы на 4-часовке пробьем зону 1.30, зафиксируемся выше данной зоны. Вчера этого не произошло, вот сегодня ждем в очередной раз, и мы видим, вот как раз есть у нас среднесрочный тренд восходящий, недавно мы образовали локальный минимум, и сейчас двигаемся опять, двигаемся наверх постепенно. Вот. И сегодня, сегодня возможно, мы сможем, да, пройти данную зону на 4-часовке, закрепляемся, покупки до цели 1.3065, короткие покупки. Далее, собственно, следующая цель это зона, да, зона 1.3093. И далее ждем обновления вот этого вот вершины, максимума, который у нас сформировался 11 числа. Вот, и уже с достижением следующей цели, это 1.3175. Yes. В эту зону уходим. Вот, поэтому канадец также мы сегодня берем на вооружение. Вот, помимо доллара, иены, пары, да, то есть и фунта, который также сегодня у нас с вами будет, думаю, неплохо двигаться уже в свою сессию. Так, далее австралиец с долларом. Здесь вот мы видим ситуацию, что австралиец у нас падает, австралиец снижается, и снижается он на фоне как раз публикацию протоколов заседания последнего резервного банка Австралии. Вот, было падение, что можно отметить, да, в этом протоколе. Отмечает самое главное, да, резервный банк, что цены на сырье, да, сырьевые товары значительно выросли, собственно, и это помогло укрепиться в том числе и австралийской валюте. Ну и на момент уже заседания курс австралийского доллара, по мнению уже самого банка, находится взвешенным по торговому объему и находится он на уже около уровней, которые предполагались в прогнозах самого резервного банка Австралии. Вот. Ну и что касается самих протоколов, да, тезисно вам так скажу, что банк повторяет, что рост австралийского доллара может осложнить уже восстановление экономического баланса. Вот. Ну и банк наблюдает за данными по инфляции, занятости и жилью.
уже для уточнения перспектив самой экономики. Вот. А в зависимости от данных уже будут производиться корректировки в мерах экономической политики, вот, которые будут в дальнейшем абсолютно целесообразны. Вот. И совет уже Резервного банка Австралии также ожидает обновленные прогнозы от своих аналитиков для обзора на августовском заседании, вот, которое будет. И уже данные предполагают, что австралийская экономика росла умеренными темпами во втором квартале этого года, но прирост чистого экспорта снизился. Вот. Как ожидается, уже инфляция останется на достаточно низком уровне в течение некоторого времени, учитывая уже заработную плату и давление уже издержек. Показатели инфляционных ожиданий остались ниже среднего уровня. Вот. Факторы указывают на рост розничных продаж в июне месяце, но снижение цен будет продолжаться. Уже последние данные по рынку труда неопределенные, хотя, собственно, опережающие индикаторы все еще указывают на рост рабочих мест уже впоследствии, собственно, да, но есть неопределенность. Вот как отметил сам Резервный банк Австралии. Вот. Также сдвиг экономической активности, собственно, в некоторых секторах, относящихся уже к добыче ресурсов, достаточно очевидный. Вот. И фактор указывает на рост уже инвестиций в бизнес в недобывающих отраслях. Вот. Ну и Резервный банк Австралии считает, что неопределенность, вызванная возможным выходом Британии из ЕС, будет иметь лишь незначительное влияние на рост мировой экономики. Вот. Ну и в том числе на экономику уже Австралии. Вот, собственно, такие у нас были протоколы. И в целом, в общем, конечно, негативно повлияли на австралийскую валюту. То есть уже сами крупные участники проанализировали данные, да, то есть увидели, что в основном все говорится про неопределенность, да, что есть данные, в каких-то секторах наблюдается улучшение, да, где-то снижение, главное, обратили внимание на снижение чистого экспорта, вот, а это один из главных факторов, собственно, поэтому увидели давление с точки зрения технической картины. Произошло у нас пробитие зоны вниз 0.7558, и движение сейчас идет уже достижение следующей цели, это 0.7505. То есть это зона, и на 4-часовке мы видим, что продолжается у нас корректирующее движение, возможно, как раз вот где-то у зоны 0.7505, может быть, мы приостановим это движение, да, и произойдет разворот, то есть образование локального минимума. Опять же, да, ну, это все будет уже сегодня, да, мы посмотрим, увидим. Вот, то есть, ну и как раз таки на фоне протоколов, да, то есть сегодня австралиец находится под давлением. Вот. Также можно отметить то, что и новозеландец тоже падает, также, собственно, под давлением находится. То есть видим, что у нас сырьевые валюты падают, вот, в том числе и австралиец, да, и канадец падает. Вот, видим, что движение у нас, то есть произошел, видим, разворот, да, отскок от вот этой вот зоны границы, мы ее с вами отмечали, 0.7116, и дошли мы до цели 0.7050, и сейчас мы пробили на 4-часовке, зафиксировались ниже уже данной зоны, и далее здесь уже, да, то есть можно действительно рассматривать продажи. Почему? Потому что с точки зрения технической картины у нас вот он был минимум прошлый, да, то есть этот минимум мы его прошли успешно,
прошли уже сегодня, получается, рано утром. Поэтому здесь рассматриваем именно по новозеландцу, рассматриваем продажи. На текущий момент продажи как раз до цели 0,6962. То есть идем вот к этой границе. Уже теперь абсолютно точно. Вот. И здесь вот мы видим на дневке идет у нас разворот, постепенно разворот тренда среднесрочного. Вот. Поэтому здесь краткосрочно сегодня действуем именно на продажу новозеландского доллара. Вот. Ну и думаю, уже с открытием Америки, то есть продолжим двигаться вниз. Так, австралиец доллар 0,7602 в покупке. Ну, так, а стоп-лосс где у вас стоит? Потому что здесь сколько получается? Цена уже 100 пунктов прошла. Где у вас стоп-лосс? Хотелось бы узнать. Или его вообще в принципе нету? Вот, если торгуете без стоп-лоссов, но рекомендую вам последующих сделках все-таки выставлять стоп-лосс, ограничивать свои риски, иначе можете потерять весь депозит в последующих сделках. Вот лучше, конечно, ограничивать свои риски, пусть даже есть ошибки, да, то есть, ну, без них никуда, бывает. Вот, собственно, и в том числе и новости, да, иногда помогают нам в кавычках для того, чтобы закрыли нашу позицию в минусе. Ну и также помогают и иногда в положительную сторону. Вот. На текущее как раз вот есть новостной фактор, да, есть давление. Вот. Ну, здесь ждите разворота. Если будет пробитие зоны 0,7505, лучше, конечно, фиксировать уже тот минус, который есть на текущий момент, ну, дабы не было еще большего минуса. Вот, это нужно делать. Но стоп-лоссы, опять же, впоследствии, ну, я вам рекомендую все-таки выставлять. То есть это есть необходимость, и думаю, со мной абсолютно каждый согласится, что нужно стоп-лоссы выставлять. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас сегодня интересного будет. А сегодня у нас есть на что обратить внимание. Так, вторник. Смотрим Британия. 11:30 начало. Значит, индекс цен производителей. Здесь мы видим минус 0,5 значения, да, то есть, ну, чуть хуже, да, но опять же по прогнозу, да, но лучше, чем предыдущее значение минус 0,7. Опять же, по ожиданиям, да, если сопоставлять две цифры, то здесь наблюдается небольшое улучшение. Вот, индекс цен производителей. Далее базовый индекс цен производителей. Здесь также улучшение. Здесь мы видим погоду, да, без сезонной корректировки. Здесь уже месяц. За июнь 0,1% улучшение. Также, собственно, 11:30 индекс цен производителей на выходные без уже сезонной корректировки. 0,2-0,1 также улучшение. Погоду без сезонной корректировки минус 0,8%. По сравнению с прошлым значением минус 3,9. Так, далее, в 11:30 также базовый индекс. Здесь 0,6-0,5. И вот главные, собственно, главные новости, которые, собственно, и повлияют на динамику курса, и на них будут уже ориентироваться крупные участники. Это индекс потребительских цен по году и
получается, и также потребительский базовый индекс по году. Значит, здесь мы видим значение 0,4-0,3, да, то есть прогноз, видим улучшение на 0,1%, и также базовый индекс тоже на 0,1% улучшение. Вот, по месяцу, за июнь, то есть мы видим корректировка, здесь у нас 0,1 за июнь месяц, да, по сравнению с прошлым периодом 0,2. Вот, то есть инфляция потихоньку растет, да, там определенными темпами, незначительными, но она есть, то есть по году мы видим, есть улучшение, есть эффект. Вот, и уже если у нас по факту цифры, да, выйдут лучше прогнозов, то мы будем наблюдать укрепление британского фунта уже. То есть смотрим в 11.30, уже совсем скоро, собственно. Так, также Европа, что здесь еще можно отметить, 12.00 по Германии индекс настроения деловой среде. Причем видим, что здесь, опять же, за июль месяц 9.1, 19.2, да, то есть видим снижение. Снижение настроения в связи с неопределенностью, да, опять же, это главное. Вот, и, конечно же, это будет оказывать давление, если по факту у нас выйдет еще ниже, чем прогноз. Вот, будет давление оказываться на евро. Также индекс оценки текущих экономических условий. Тоже мы здесь видим снижение 52-54,5 прошлое значение. Тоже видим, ухудшает ситуация. Но опять же, по-прежнему главное то, что показатель выше 50. Да, то есть пока есть оптимальные условия. Вот, если показатель выйдет ниже 50, да, то будем смотреть давление 12.00 по Москве. Далее объем производства в строительном секторе. Можно посмотреть и индекс деловых ожиданий. Вот также уже в 12.00 уже по самой еврозоне. И здесь мы видим тоже снижение условий, да, то есть в связи с неопределенностью, с давлением. То есть опять же сегодня в целом, в общем, если смотреть по еврозоне, да, то есть будет оказываться давление на евро вот в связи как раз вот с этими показателями. Далее уже открытие Америки в 15.30, начальное строительство домов месяц. Здесь мы видим 1.17, 1.16, то есть, ну, чуть лучше, да, прогнозы идут. Так, ну и все получается из статистики, да, интересующие, которые действительно могут повлиять. Вот, также по выступлениям, что здесь можно отметить, выступление члена комитета по денежной политике. Ну, посмотрим, Британия что-то, может быть, что-то там определенное скажет. Вот, как правило, сейчас в последнее время как раз на выступлении крупных политиков Британии уже обращают внимание крупные участники, инвесторы. Вот, опять же, конечно, в основном, конечно, все связано уже с предыдущим прошедшим событием, референдумом, вот, ну и, соответственно, с последствиями возможными в будущем, плюс по денежно-кредитной политике уже идут обсуждения на будущий период. Так, далее, также сегодня уже отчет от Американского нефтяного института по запасам нефти, вот, то есть уже отразится данная новость на рынке черного золота. Так, ночью у нас индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac банка, и больше ничего интересного нету. Вот, поэтому сегодня в основном, конечно же, смотрим Европу, европейскую сессию. Новостей у нас сегодня предостаточно по Британии, по еврозоне. Вот, ожидаем, смотрим, ну и прокомментируем уже с вами то, что произошло на дневном
нашем обзоре. Так, вижу, тут у нас есть рекомендации, да, можно усредниться. Можно усредниться и, ну, скажем так, вдвойне сделать риск, который абсолютно будет неоправдан. То есть, ну, это лично мое мнение по поводу усреднения. Да. Опять же, если есть неопределенность, усредняться нужно в том случае, когда вы на 100% уверены, что сейчас валюта пойдет в вашу сторону. Вот в этом случае можно усредняться. Если существует неопределенность и наоборот, есть каждым днем и с каждым часом понимание, что цена пойдет еще дальше не в нашу сторону, то усредняться ни в коем случае не стоит. Так, ну что, на текущий момент, в принципе, у меня все, что я вам хотел рассказать, показать. Всем сегодня хочу пожелать удачи, хорошего настроения. И встречаемся уже в 14:30. Рассмотрим ситуацию по еврозоне. Поэтому мониторьте обязательно события. Да, сегодня у нас на контроле фунт-доллар. Да, сегодня доллар-иена также. Появится хорошая возможность, да, и канадец смотрим. Всего доброго и до скорой встречи.